Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Розе. И я не маньяк. Я обычный убийца. Bad Bad The Lie – это многопользовательская игра в жанре ужаса в режиме 4 против 1, где один игрок берет на себя роль жестокого убийцы, а 4 других игрока являются выжившими, пытающимися сбежать от убийцы. Выжившие играют от третьего лица и имеют преимущество в ситуационной осведомительности. Убийца играет от первого лица и больше сосредоточен на своей добыче. Цель выживших в каждой игре – постараться, чтобы убийца не поймал их и сбежать с места убийства. Это звучит проще, чем на самом деле, особенно когда обстановка меняется в каждой игре. Это что, можно обыскивать или нет? Очистить тотем. Так, фу, бродит, а братишечки бегут. И чё это тотем? Давай. Давайте вместе. А я могу? Ай, блядь. Твою мать. Надо сябываться. Согласен. Так, так вы же эти штуки переворачивайте. Он их же будет обходить по-любому. Серьезно? Да получается, не было его еще. Он просто отреспился. Он идет за мной. У меня уже полные штаны, блядь. Не рычи, все будет хорошо. О, дядя лось. О, музычка такая приятная. Уже мне тут остаться. Выход. Так вот выход, алё. Ёпаный в рот. Я чё, в Resident Evil попал или чё? Валим нахуй. О, сестреночка, что такое? Тебя полечить, что? Что, у тебя нормально все? Да, здравствуй. Пошли вместе, пошли. Она как-то на полуприседке идет. А, я тоже. Блин. Здесь куда сбегать очень хорошо. Сестреночка. Это падла. Нифига не пойму. Опа, он ушел.
Бляха-муха. Так, что, сябу? Ой-ой-ой. Сестреночка. Милая моя. Он идет. Он идет. Он идет. Он тут, он тут. Надо сябу вот. Где он, где он, где он? Где он? Так, он ушел куда-то. Да, твою мать! Он же невидимый был. Он же сзади меня, он бежит, бежит сзади меня же. Он же сзади меня бежит. Тварь конченая. Блядь, ну почему ты за мной именно бежишь? Отвали от меня. То он быстро тоже спрыгнул. Мыся. Я себя загнал в угол. Подожди, я что-то не понял. Он не захотел прыгать за мной. Я кряхчу, как не знаю что. Твою мать! Ну, ну серьезно! Он невидимый. Он невидимый. Это читы, отвечаю. Это читы. Я не хочу с читерами играть. Пошел нахер. Я себя загнал в угол, нет? Так, отстал вроде бы. О! Братанчик, братанчик. Ну да, я спрячусь в шкаф и буду кряхтеть. Братан, поможешь? Помоги. Ой. Не, это офигенная игра просто. Вот эти монстры со своими скиллами. Все. Что оно кряхтит, блядь? Главное не бегать. Ага. Ага. Братишка. Рядом. Он рядом. Он рядом. Вот он. Вот он. Он уходит. Он ушел. Опять шпитет, блядь. Он рядом. Он рядом. Опа, он в тень ушел. Бля, я хуй отсюда выйду, нахер, я в этом шкафе останусь.
Вот он. Думаю, он по ящикам не будет же лазить. Кого-то преследует. Это что, он крякает, что ли? Что это крякает, блин? Это вороны надо мной. Ебал тебя нахер, блядь. Вороны надо мной. Где тут выход? Куда мне идти? В какую сторону? Где выход? Блин. А ворота это там, где я, наверное, начинал. Или нет? Нифига, не пойму. Я не знаю, куда мне идти. О, класс, они все выше. А я последний. Они тупо все выше. Выход вот это, наверное. Вот это выход, правильно? Ой, иди нафиг, иди нафиг. Беги, браток, беги. Ха. Сука. Фу, блядь. Фу, блядь. Ух ты, а что это такое? Очистить тотем. Опа, это он. Он песенку поет. Это место сердцебиения или чё? Опа, у кого-то жахнул. Я не вижу его. Так еще криповее просто. Херня кидаться умеет. Опа. Жахнул кого-то. Опа, вижу ящик. Что за ящики? Вот это мне интересно, что с них выпадает. А что это? Твою мать нахер. Надеюсь, он пойдет на это. Рядом. Я слышу его. Давай спрячемся нахер. Слепота, что за слепота? Господи.
Опачки, он мигает. Это, наверное, генератор. О, круто. Блять, очково это писец. Не могу понять, откуда звук идет. Его еле слышно. Если сердцебиение нагнетает, а это такое расслабляет прям. Когда чинишь, ошибаешься, и оно, получается, срабатывает. Жесть, криповенько, классно, мне нравится. Главное не ошибаться. Я кого-то поймал. Если не будешь ошибаться. Твою мать. Спрячемся. Давай, давай. Залезь, залезь, залезь. Сыка, страшно. Вроде отдаляется. Да, вроде пошел в ту сторону. Главное не бегать. Два генератора. Если я этот починю, думаю, кто-то еще один починит. Да, нет смысла вместе держаться. Помогать нужно, вот вместе. Там рядом. Блять, ворону спугнул. И прочь от меня нафиг. Они починили все генераторы. Прямо около меня. Прямо около меня. Уходит, уходит. Пойдет. Идет. Что за фигня? На выход идти нафиг. Где выход? Выход. Он прям рядышком. Вот выход. Вот выход. Есть.
Пошел нафиг. Кусай за локоть. Ха-ха. Если вы думаете, что это так легко сделать, как вы только что это видели, вы глубоко ошибаетесь. Он братишечку поймал. Каждый сам за себя, сорян. Прости меня, друг. Или спасти друга. Так, а что двери не открываются? Что нужно сделать? А. Давай. Ах ты ж падла. Он меня увидел и идет за мной. Блин, блин, блин. Там чувак, там чувак. Ух ты, ты запрыгнул, блин, дурак. Ебанько, просто ебанько, ебанько. Сука, это пиздец. Так, а где это мы? Жесть, страшно. Можно тут от первого лица как-то сделать? Ёбаный в рот, нахуй! А чё я даже его не слышал? Что за херня-то такая? Это бред полный просто. Это все пасочки просто. Ты нафиг, падла. Жесть, я обосрался. Ну отпусти меня, тварь. Тварь некрасивая, блядь, чудище вонючее. Куда он меня везет? Все домой, что ли? Короче, лучше не вырываться, лучше ждать. Класс, это я типа навыки прокачал. Да он тоже, походу, этот убийца, короче, все навыки прокачал. Какой-то скрытый там монстр. А-а-а, малыха, сзади, сзади. Сзади. Сука. Давай, давай. Сука, падла. В какую сторону он будет нести, мне надо знать. Ноль внимания вообще. В смысле, а что это был, блин, за выпад? Алло. Да ну это читер. Жесть. Смотри, он еще надо мной решил поиздеваться, типа в другую сторону отнесет. Потом вернется за мной сейчас и повесит меня. Это вообще жопа. Не, не успеваю. Ну смотри, он выпады такие жесткие делает. А что я не могу встать? Что за фигня? Офигеть. Жесть. Ну а как от такой фигни убежать? Он выпад на пол карты делает.